она начала пинаться. О, Блэк. Так, у нас тут уборочка. Купила ей вчера платье на день рождения. Где папа? Бонни! В общем, здесь майонез и кетчуп. Все готово, видите, она. Такие маленькие все вообще. Всем привет! Я пришла со школы. Пришла тоже? Все. В общем, мы все пришли со школы. Я не пришла со школы. Но мама не, мама не пришла со школы. Приветики! Он делает спектр. Наконец-то пятница. Наконец-то пятница. Еще одна неделя и каникулы. А каникулы до какого у вас будут? Не знаю, да, две недели, по-моему. До января какого-то там, 4-го, 5-го или 4-го. Маргариту побила одноклассница. Она всех побила. Она хлопала, она не, нам не давала переодеваться. Да? Сначала она закрылась там, там, где мы переодеваемся, потом в туалет пошла, там закрылась, потом снова переодевалку, а потом а снова в туалет. Держала, и она ее закрыла, да? Нет, я хотела выйти, она меня толкнула, и у меня еще пальцы там были. Хорошо, что моя лучшая подружка это... Успела убрать? Да, успела убрать. Я на дверь закрыла, да? Да. Она захлопнула. Она не контролирует в такой ситуации, она себя не... Да, это Маргарита? Да. Ксения. Она начала пинаться. Тоже мальчики были? А тебе она что сделала? Она меня за футболку тянула, я чуть не упала. Меня мальчик схватил. И даже мальчиков было? Да. Капец. Не вообще. А учитель пришел в это время? Да, но он просто сказал, оставьте ее. В смысле, оставьте, если она всех бьет. У нее просто приступ начался, видимо. Мы ее хотели. Агрессивный. Мы хотели, чтобы она успокоилась, мы ее хотели успокоить, но она не давала. Маргарита так домой залетела, запыханная. Она что, бежала за тобой, что ли? А все, они уже перепутались там все. Да. Они уже все вон там внутри, Каролина. И она взяла все. Уже все, открой, да и все. Она взяла вещи от одной девочки. Угу. Кинула все на вот браслетик. Вот. Закрой обратно. Как у Маргариты браслет, на. Она туда все складывает, что у нее было. Угу. Она специально туда складывает обратно. Угу. Потом что-то складывает. Да. Кто открывает, давайте. Сначала я открою. Давай, открывай. Знаешь, что там? Не помню уже. Кутняшка? Кутняшка? Давно у тебя кутняшки не было. Давай, открывай. Вон, Бонни, вкусняшка. Это курочка. Лак. Лак? Мы тебе лак не покупали. Это лак. О, Блэк. Блэк. Там еще что-то лак? Есть. Еще? Но я видела. Сначала я столько из лака это нащупала. Что там еще? Курочка, черный лак. Зеленого лака не было. Угу. И какого фамилия? Угу. Фламинго и... В общем, какая-то тут зеленая травка. Это что-то от косметики. На, в коробке. Может быть, и нет. Кот! Даже ее фоточка здесь. Вау! Хайлайтер. Вот это да! Красивая? Очень! Данка! Данка! Все, открыли? Брайте, давайте, я буду... Мойка! Бе-бе-бе-бе. Ты курочка такая твоя. Уже курочка вся, уже дохлая. Куропатка. Раз, два, три. Все. Я вчера забыла сделать домашнее задание. Вот это вот. Теперь мне нужно за 2 дня заполнить. Я вчера забыла заполнить вот это. Позавчера я тоже забыла вот это заполнить. Заполнить! Сейчас будем заполнять. Кстати, кровать я заправила.
Молодец какая. Так, так, у нас тут уборочка. Убираем. Завтра буду тортики печь, завтра не успею. Поэтому сегодня быстренько пропылесосим, все помоем, на места поставим. Надеюсь, завтра будет чисто. Не разнесут квартиру за один день. Ксюша пока в школе, Маргарита вот мне помогает. Сейчас она пропылесосит, я буду мыть полы. Мне нужно сейчас освободить коридор, вот это все унести в подвал. Это все от елки, коробки от елочных игрушек, ковер. Вот это все нужно. Вот это так ужасно смотрится, все завалено. Так что это я сейчас все отнесу. Хорошо. Шапку снимайте, мадам. А что ты лампу включила? Ты будешь снимать что-то? Ты будешь убирать комнату, она у тебя чистая. Ксюш, она у тебя чистая. Подарочки. Так, какой же мне открыть подарочек? Я хочу подарочек под номером 22. Давай. Это мое, дайте я его открою. Так, на следующий год вы мне делаете календарь, понятно? О, круто! Давай так сделаем. Вытяни бумажечки, кто кому будет делать календарь. Пипиш! Я, допустим, вытяну бумажку, если я вытяну тебя, я делаю тебе. Если ты выделишь там, допустим, папу, ты делаешь папе. И каждый друг другу сделает. Давай. Ну если я тебе буду делать, как ты будешь со мной ходить? С папой будешь ходить? С папой? На определенную сумму, допустим, у каждого будет там, не знаю, 100 или 200 франков. Ну, такие недорогие подарочки. Можно там сладости, можно носочки там. А то только вам делаем, а тут всем будем делать. Каролина будет делать тоже, может, кому-нибудь. Так, что у нас здесь творится? Это не мой. Это не твое? Нет. Мы все еще не можем найти Apple Pencil. Нет, мы новый не будем покупать. Нам нужно вот эту всю комнату перебрать всю. Он точно где-то здесь. Почему новый купим? А он тебе что стоит? 5 франков? Да. Новый. Каждый раз, когда мы будем его терять, мы будем покупать новый. Угу. Давай будем убирать. И найдем его. Штаны у нее здесь. А это вообще... Как так можно? Платьишко. Купила ей вчера платье на день рождения. Такое вот. Она его уже поносила. Все перешерстила, все полочки посмотрела. Все сумочки, все полочки. Я не знаю, карандаша нигде не нашла. Ручки, то есть. Я не знаю, куда его можно было засунуть. Но его нигде нет. Поэтому... Может быть, когда будем переезжать, найдем. Будем вещи все собирать, может, я не знаю. Но я все полки проверила. Я недавно купила вот такое вот тесто. Хочу попробовать для пиццы. Они совсем разные. Разное тесто. Такое вот. И такое. Сейчас попробуем. Папа сейчас уже придет, он с работы едет. Ты голову так и не помыла, Маруська? Я хотела. Давай, иди мой. Я буду пиццу готовить пока. Так, тебе с грибочками не нравится, да? Максим. Просто что ли? С колбасой? Ну, это же скучно. Чего, водичка зеленая? Синяя? Это бальзам? Только корни. Ой, только кончики, то есть.
Только корни. Да, нет, только кончики. Боня, где папа? Ищи, ищи папу. Папа пришел, спрятался, она не знает. Папа, где папа? Ищи, ищи папу. Ну-ка, где папа? Где папа? Не может понять. Она чувствует запах. Где, где папа? Где? Папа, я масли. Я масли. Бони. Где, где папа? Она не может понять, где. Ты бедная. Бони. Ну где? Где папа? Бони. Ну что же это такое? Она не может понять. Ну где же, где же? Бони. Ну, где? Она убежденка забежала и убежала. Бонь, ты правильно зашла? Вон там папа. Там Бони. Папа. Где? Вот. Ну, она не может понять, она не видит его. Отпусти. Где папа? Бони. Вот он, где папа спрятался. Все, сейчас оближет. С ног до головы оближет. Так, вот так, вот так. Счастливая какая собака. Где папа пришел? Папа. Самый любимый. Вот я разложила. Расстелила. Тесто, я его немножко растянула, оно было поменьше и было круглое. Так, дальше я сделала соус. В общем, здесь майонез и кетчуп. И сейчас я буду намазывать на тесто. Из сосиски у меня есть перчик, есть грибочки и есть колбаса. Так, все. Мои дети только любят с колбасой и с сыром. Поэтому я добавлю только колбаску и сыр. Такой вот сыр моцарелла, специально для пиццы. И вот так вот сейчас посыпем. Так, все, думаю, я остальное все оставлю на другую пиццу. 180 градусов. Печку. Все, еще сосисочку добавлю и будет готово. Это не вам, не смотри, вам уже печется, она уже пришла с таким взглядом. Вон ваша, ух ты, смотри, что там случилось. Обалдеть, как она вздулась. Вау, круто. Круто. У нас Ксюша не кушает с грибами, Каролина, Макс, а это мы с тобой, с папой будем кушать. И посыпаем. Какая вот красота у нас получается. Быстро и просто. А, если еще и вкусное, то я буду точно брать такое. Оно недорого стоит, кстати. Конечно, будет мало этой пиццы. Представьте себе, эту пиццу на троих это мало. Поэтому у меня есть рис на гарнир, и я хочу сделать грибочки в сметанном соусе. И все. И будем ужинать. Смотрите, какая классная. Красота просто. Надеюсь, тесто вкусное. Мне кажется, оно не вздуется. Немножко другое тесто. Оно будет такое тоненькое. Это другая пицца. Я буду добавлять сметанку, она у меня еще осталась, последняя баночка. Нужно опять в Германию потом поехать. Все готово, видите, она
не вздулась, не поднялась, ничего. Это такое тесто тоненькое. Куда поставить? Вот я еще зеленью посыпала. Да, я знаю, какой тебе. Я знаю. Накроем крышечкой и убавим. Вот так. Ужин сегодня будет. Какая пицца лучше? Пробовали? Дай мне, я вон ту попробую. Вот это вкусная. Да, очень вкусная. Мне очень нравится это. Можно и ту покупать. Да? Мы тут смотрим наши старые видео. Ну где ты в пакете едешь? Такие маленькие все вообще. Такая. Все, засыпала. Елочку раскрашивала. Ты даже часики где-то были, да, еще до сих пор? Вот, да, мои. Короли. Это Макс. Это другой. Орбис. А, это прикол вообще. Там Ксюша угорает. Я уверен. Помнишь, как он сидел такой? На балкон? Нет, это ля пессина, да. Там мы дома надували бассейн. Хороший мальчик раньше, а сейчас плохой. Тебя скоро день рождения, мальчик Пулько. А завтра надо купить подарки. Угу. Мальчик, мне на вас вам закупать партии регалито. Морку жлобных. Максик пошел на ТС. Завтра нужно купить корм Кики, Каролине хотел сказать. Корм Каролине. Я хотела сказать корм Кики, и у меня получилось корм Каролине. Бонни. Это мой мячик. Ей нравятся такие мягкие резиновые мячики. Видишь, ей нравится грызть. Зубки чешутся, что ли? Можно я с вами завтра поеду? Так, все, Ксюша, иди к себе в комнату. This is not my room. Это твой рум, давай. Твой рум. My room is the это твой рум. Это твой рум. My kitchen is the room. Uh-huh. Давай. Ага. Все, пока. 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 Маргарита, телефон убирай. Маргарита. Марго. Сейчас только. Лапу дай. Молодец. Дай 5. Молодец. Все, спокойной ночи. Спать. Спокойной ночи, пока. Давай, пока.